Британская полиция назвала терактом совершенное в пятницу убийство депутата Дэвида Эммиса. По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний мужчина сомалийского происхождения. Политик-консерватор Дэвид Эммис получил множественные ножевые ранения. Это произошло на встрече с избирателями в церкви города Лион-Си на юго-востоке графства Эссекс. 69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия, однако спасти его жизнь не удалось. Эммис был депутатом от избирательного округа Саут-энд-Уэст с 1997 года. Впервые он попал в парламент в 1983 году.